Они реально купили мне Таттлтейла. Я их всех нахрен сожгу. Погоди, Джо, ты не думаешь, что это немножко перебор? Ты чё ты сейчас сказал? Нет, я не говорил. Нет, ты говорил. 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 Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это игра, которая называется Таттлтейлс Таттлтейл. Таттлтейловская история Таттла. Таттлтейловская история. Наверное, так это можно перевести буквально. В общем, это Таттлтейл в 2D. У меня как бы Bendy and the Ink Machine в 2D было. Мне вот интересно стало посмотреть, а есть ли что-то про Таттлтейл. Я полез в Game Jolt, и да, вуаля, есть, действительно, мне удалось найти. Давайте, новая игра. Примечание. Я не владею никакими правами касательно Таттлтейла. Это неприбыльная фан-игра, сделанная просто так, наверное, да? Еще одно замечание, менее важное. Если вы хотите получить достижение, вам нужно зарегистрироваться в Game Jolt из главного меню. Окей, обойдемся без этого как-нибудь. Выберите уровень сложности. Очень легко, легко, нормально, сложно, суперсложно. Ни хрена себе сколько. Давайте легко возьмем. Сложность поставлена на легко. Ладненько, теперь давайте-ка начнем игру. А давайте-ка. 20 декабря 1998, ночь первая. О боже, почти Рождество. Он там что, говорит что-то? Ура! Я думаю, это можно перевести именно так, да? Пора стать куском дерьма и открыть свой подарок раньше. Определенно, я надеюсь, что родители не купили мне Таттлтейл. Потому что если это так, они сегодня сгорят заживо. Хочешь быстрое обучение по взаимодействию? Ну давай. Ты можешь использовать мышку, чтобы двигаться по миру и взаимодействовать с объектами, нажимай левый клик. Ты также можешь использовать правый клик для паузы. Ты также можешь использовать клавиатуру. Клавиши движения — это движение. Enter — это у нас взаимодействие. Escape — пауза, Shift — бегать. В принципе, смотрите, Shift — бегать, да, вот так. А можно просто класснуть, и он будет бегать. Я уже играл в игры на этом движке, это обычно так происходит. Ну-ка, давай-ка вот... Что у нас здесь? Enter. Здесь ничего особенного в этом шкафчике с одеждой нет. Окей, кровать. Идти обратно в кровать. Да, пошли обратно. Вообще-то, я думаю, я буду хорошим мальчиком и пойду обратно в кровать. Смотрите-ка. И Джо пошел в кровать. И он никогда больше не просыпался посреди ночи. Когда Рождество прибыло, он получил Nintendo Switch и Super Mario Odyssey. И никакого Таттлтейла. А, у тебя концовка, 3 из 5. Пойти в кровать. Чувак говорит мне, что я молодец. Я согласен с тобой, клевый бро. Да, ну смотрите, оказывается, тут еще разные концовки есть. Давайте тогда еще раз начнем, попробуем. Ну что, давайте открывать другие концовки. Погнали, идемте вниз. Идемте вниз. Станем, как говорил наш главный герой, куском говна и откроем подарок раньше. Ни в коем образом я не выйду наружу в ночь вроде этой. Не в ночь охоты. Да, это была отсылка к Bloodborne. Я не играл, я не знаю. Ну, наверное, да, там какая-то охота и какая-то там, наверное, ночь. И как бы Bloodborne, Blood, кровь, как бы, то есть, скорее всего, да, что-то такое там есть. Из названия видно. Чем меньше мы говорим о ванной, тем лучше. Я не предлагал о ней говорить, я предлагал туда пойти. Сюда нам? Мама, можно мне войти? Я думаю, это нет. Да, ты никому не нужен, мелкий ты говнюк. Нахрена мы тебя вообще родили, да? Вот этот подвал, 100%. Потому что... О! Ура! Опять это непереводимая фраза, которую я предпочитаю перевести как ура. Ебой, да. Ебой, можно и так сказать. Хотел бы я, чтобы мой подарок был тем, который большой. Пожалуйста, пусть это будет Nintendo Switch, а не Таттлтейл. Сейчас проверим. Ну, скорее всего... Я Таттлтейл, я тебя люблю. Скорее всего, твои надежды не оправдаются. Они реально купили мне Таттлтейла. Я их всех нахрен сожгу. Молодец. Погоди, Джо, ты не думаешь, что это немножко перебор? Ты чё ты сейчас сказал? Ну, я имею в виду. Я Таттлтейл! Я тебя люблю! Классно! Мне нравится эта игра. Да, я так и думал, ты, блин, куча ржавых болтов. Заткнись, ты избалованный кусок зеленого мяса.
Так, определенно, ты сейчас что-то смаразнул. Нет, я не говорил. Нет, ты говорил. 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 Не ври мне, Tattletail. Он меня замучил. Ладно, окей, я говорящий робот, но выслушай-ка ты меня, пожалуйста, в этот раз. Чё, мне больше нечем заняться? Давай, расскажи мне все. Ты не слышал о маме Tattletail? Да, я сказал нет! В смысле, да чё ты... Я сказал нет! Он меня не слушается. Ну, в общем-то, в основном я пытаюсь по большому счету убить ее, потому что я такой... потому что она такая злая. Я тебе помогу. Ланька, давай. Итак, план примерно таков. Мы находим ее и вставляем ей нож в правый глаз. Сразу за этим глазом ее материнская плата. Ни хрена себе. Какой миленький Tattletail, просто жесть. Ладно, это звучит просто. Но она очень сильна. Ладно, звучит легко. Так, Tattletail присоединился к вам. Вот замечательно, смотрите. И он ходит сам. Вот в чем прелесть этой игры. Мне не надо больше таскать его на руках и уставать, потому что он же жирный, блин. Он жрет как не в себя. Вон у него сколько всяких фруктов. Тут какие-то гранула-барсы. Надо бы их взять. Ты взял 5 гранула-барсов. Да он все взял! Я не помню в Tattletail в обычном такой прямо эпической музычке, знаете. О, мама идет. Ты это слышал? Чё слышал? Тихо ты, тупой дебил. Опять. Это она. Кто она? Да, я понял уже, все, хватит. Это мама. О, дерьмо, пришло время драться. Че, она прям здесь? О, господи. Мама версия 1 появляется. Ну давай, мама. Итак, engage. Джо Tattletail. Че у нас, магия какая-то есть? Банчинг барраж. Ну, банчинг барраж мы никак не можем использовать. Слэп. Давайте ее шлепнем хорошенечко. Ну и ты ее тоже шлепни. Итак, промахнуть. Мама получает. Неплохо получает. Ну-ка, подождите. Джо. Так, а теперь магия Tattletail тоже. Вот электрический шторм. Ну, давайте, короче, слэп-слэп. 66 вреда. Tattletail нифига. Ага, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот и запинаем, я думаю, видите? Без проблем. Команда Джо победила. 50 опыта получено. Джо теперь уровень 2. Двойная атака изучена. Эмбер какой-то тоже изучен. Tattletail уровень 2. Световое исцеление изучено из Spark. Теперь зарежь ее в глаз. Speakity Swooty, I'll stab you in the booty. Короче, он решил вставить ей в сракотан. Да, он так и сказал. Это такая непереводимая юмористическая рифмованная шутка. Но смысл таков, что он решил в сракотан мать, да. Все? Мы победили? Погоди. Мама, твой тип модели BC-23? Нет, я не твоя, блин, необразованная, поедающая сыр, сдающаяся обезьянка. Окей, но то вики, которое я использую, подходило к BC-23. Ага, мы перепутали модель, да? Куда пошла? Куда пошла? Ага, да. И еще я сегодня выпущу кучу монстров, которые будут охотиться за тобой ночью. Такое маленькое примечание. Совершенно неважно. То есть ты хочешь мне сказать, что мы вышли на тропу войны с инструкцией, которая даже не работает? Мы можем попробовать завтра ночью еще разок. Окей, я полагаю, ты прав. Чертовски, мать его, прав. 21 декабря, ночь вторая. Проснись, Джо. О, блин. Проснись, Джо. Блин. Проснись, Джо. Ага, блин. А, снус, это он, наверное, храпит. Проснись, Джо, или я тебя порежу. Какой милый. Чё ты хочешь, ты, блин, фнафовская отрыжка. Класс. Это хорошо, Оскорбил. Я хочу, чтобы ты знал. Я думаю, я наконец-то знаю, как убить маму. О, дай-ка мне угадать. Это закончится так же, как и в прошлый раз. Ты можешь заткнуться нахрен и дать мне закончить, Джо. Ладненько, давай. Итак, если мама не модель BC-34, она должна быть AF-25.
что означает, что ее материнская плата должна быть за ее левым глазом. Надеюсь, это сработает. А нельзя было просто ее всю ножом истыкать в надежде, что ее материнская плата окажется где-нибудь, я не понимаю. Дали бы мне, то я бы ее искромсал бы просто. Ну, я, может, не искромсал бы, потому что я не особо умею с ножами обращаться. Но мы же играем за брутального Джо. Посмотрите на этого человека. Он наверняка способен на подобное. О, привет, Джо. Это еще кто нахрен такой? А, да, я принес нам друга, чтобы помочь. Он будет давать нам припасы. Полагаю, меня это устраивает. Дай мне денег. Кто там, я не понимаю, кому надо дать денег? Tattle Tale, что за жадного еврея ты приволок сюда? А ну-ка, давайте-ка сохранимся, это ж, наверное, можно? Смотрите, сейф, можно, отлично. Вторая ночь, просто все дела. А, может быть, мы сейчас можем вот сюда? Как я могу помочь тебе, Джо и друг? Исцелить, магазин, прощай. Давай-ка исцели. Ты знаешь, я не исцелю бесплатно. 10 болтов каких-то. У меня нет болтов, у меня 0 болтов. Сделай это! Я не могу поверить, что у тебя не хватает денег, чтобы оплатить мое лечение. Ну, пока. Прощай, ты избалованный кусок зеленого мяса. Почему зеленого? Что в нем зеленого? Вы понимаете, он не зеленый абсолютно. Он белый, свежий, чистый, напомаженный ребеночек прям. Давай, идем туда. Я думаю, сейчас можно выходить. О, действительно можно. Я и не ожидал. Какая чудесная ночь. Я уже хочу обратно. Да, очень чудесная. Настолько чудесная, что ты уже обоссался. Так, наверное, на нас сейчас гараж, кстати. Я уверен, нам надо в гараж пройти. Слушайте, звуки ужасные. Так, о, вентиляционная шахта. Вот уж твою мать, чего я точно не... Глупые отвертки или глупые болты появились? Господи. Ну, наверное, мы можем им врезать, да? Давай просто им врежем. 67 вреда. Нормально. Хорошо. Никакого эффекта на Джо. Ну-ка. Раз. Два. Просто вообще, просто рвем, ребята. Мы просто молодцы. Никто не пройдет. Да, я просто победитель по жизни. Вечеринка Джо была викториусной. То есть, команда Джо победила. Мы что-то там получаем и так далее. Давайте, ползем. Ползем дальше в вентиляционную шахту. К этому сундучку я не знаю, как подойти. Тут вправо или влево, это большой вопрос, кстати. Опять? Да, слушай, перестань. Чего ради это нужно? Очевидно же, что это самоубийственное задание. Товарищ, товарищ Болтик, давай, сваливай. Опять мы побеждаем и вниз. Давайте проходим вниз. Смотрите, я, в принципе, выбрал правильную дорогу. Только единственное, я вот этот чемодан не взял и тот чемодан не взял. Может быть, можно как-то пройти по тайной тропе где-то здесь, знаете, которая на самом деле невидимая. Хрен его знает. Ну ладно, ты... У тебя плохое предчувствие касательно этой области. Очень важно. И это очень важно для сюжета, не то что в последний раз. Ты готов? Да! Ладно, блин, давай это сделаем. Подвал. Что? О, привет, мама. Ладно, ребятки, почему вы это делаете? У меня как бы был нормальный такой классный денек, супер крутой, а затем вы, ребяточки, пришли, ребятушечки, его испортили. Ну, может быть, если бы ты не украла все мои чикен-наггетсы, я бы не хотел тебя убить. Стоп, так это все из-за чикен-наггетсы? И еще она убивает клоунов ради веселья. Какого хрена, мой отец был клоуном? Да, и я его убила. А? Это давно произошло, или мы еще не знаем, что наш отец вообще мертв? Ни хрена себе! Джо, ты в порядке? Слышь, мама, мой отец был самым важным человеком в моей жизни. Он сделал мне кучу куриных тендиков. Ты могла убить мою собаку. Ты могла убить моего брата. Могла украсть мои чикен-наггетсы. Ты могла оставить туалетное сиденье открытым. Но я никогда не позволю тебе убить моего отца. Не могу тебе этого простить. Я теперь собираюсь сломать тебя так, что Sonic 2.06 будет выглядеть по сравнению с тобой просто отполированным. Я превращу все твои внутренности в картошку фри. Ну иди ко мне, бро. Ты даже пика секунды не продержишься. Помни, проткни левый глаз. Я уже нацелился. Итак, мама версии второй появилась. Давайте-ка постараемся магией. У нас есть магия. Эмбер. Ну-ка, попробуем ее проэмберить. Теперь ты. Электрический шторм. Спарк. Давай. Погнали. Раз. Два. Нехило так.
Мама Roasted. Прожарка мамы. Понимаете, мы устроили ей полную прожарку. Ну а теперь можно еще раз, может, попробовать. Ну там, наверное, уже тратится мана на это дело. А нет, смотрите, в принципе, нормально. Еще магия, еще спарк. Поехали. Бэм. 86, 74. Ну она тоже нас атакует, но значительно слабее. А теперь попробуем просто ее шлепнуть. Ну-ка, 53. 68. Это печально. Там, кстати, на заднем плане какая-то музыка играет, блин, там какая-то негритянка поет. Это плохо, надо будет ее делать очень тихенько. Так, смотрите-ка, электрический шторм, давайте-ка вот это на ней испробуем и посмотрим, как оно пойдет. Вау, неплохо, минус 79, но это почти то же самое по урону, если я не ошибаюсь. Хотя, это уже получше. Смотрите, ее большим количеством разрядов долбит. 68, еще и прожарим на последующих. Слушайте, ну она живучая, живучая такая собака. Так, давай-ка. Punching Barrage. Теперь магия уже недоступна, да? Ну, спарк, значит. Поехали. Браво! Отлично. Пошел урон. 65, 58, 63, 65. Отлично. Да сдохни ты уже наконец. Вы знаете, я уже довольно долго сижу, я же часть вырежу этого всего действия. И, блин, я уже реально запарился. Давай просто ее шлепни уже. Уже должна она помереть от этого. О, наконец-то, господи, я уже не верил. Блин, наверное, минут 5 непрерывного вот этого избиения. Наконец-то она получила. Итак, команда Джо победила. 1000 опыта, 500 болтов, ни хрена себе. Джо теперь уровень 5. Тройная атака, какой-то сакер панч и кик изучи. Таттлтейл уровень 5. Соблазнение, ярость и вольт. Электричеством будет долбить вольт, да? Теперь вставь ей в глаз. И опять он говорит вот эту фразу, которая означает, что он хочет как бы ей вставить ей как бы, ну, туда как бы. Ну, что тут скажешь, я не знаю, как это еще перевести. И что? Опять неудача? Погоди, ты не мама АФ-25? Какой ты тупой, как ты достал? Ты можешь уже в своей инструкции нормально прочитать? Конечно нет, ты идиот. Я не позволю тебе так просто свалить. Очень жаль, но я ухожу. Что ж, ее материнская плата должна быть где-то. До тех пор, пока я могу ее уничтожить, я не буду жаловаться по поводу ее местонахождения. Даже если она у нее в жопе. Погоди, ты что, услышал, как я об этом рассуждаю? К несчастью, это все демо. И это будет дико, прежде чем мы сможем доделать полную игру. Но пока что этого хватит, я надеюсь. Я предполагаю, ты разблокировал концовку? Я не знаю, какую концовку. Программист Мэтью Лонгхёрст, Sprite Creation Connor Lowe, Мэтью Лонгхёрст. Слушайте, ну эти чуваки, у них юмор отличный, конечно. Они реально, вот как я люблю, знаете, такой черный юмор, местами даже грязный. И все это в совокупности с этим милым и няшным Таттлтейлчиком достигает это определенного эффекта. Спасибо, что сыграл в игру. Да на здоровье, я получил море удовольствия. Это было очень смешно, очень весело, очень забавно. Давайте заканчивать на Таттлтейловской истории. Или... давайте заканчивать на Таттлтейловской истории Татла. Как это перейти? Еще раз. Таттлтейлс, Таттлтейл. То есть история Татла, Таттлтейла. Ну, в общем, как-то так. Давайте заканчивать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите что-то в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, на поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.